Всем привет! И это видео, как я распаковываю новых наших новых питомцев. Да, если что, вот Ярик. Вот иди в кроватку. Мила. И Микки. И да, сегодня у нас распаковка новых питомцев, еще раз говорю. Кошечек. Вот такая рыженькая кошечка и такая серенькая кошечка. А перед началом видео, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и на мой ТикТок. Уже, наверное, все знают. Итак, и мы начинаем. Первая кошечка рыжая, но я уже говорила. Распаковываем. Очень быстро все открывается. Она очень мягенькая. Вот эта киска. Она очень мягкая, приятная на ощупь. И мы их ложим к нашим собачкам. Она вот сидит. И вторая кисочка, она тоже как и вот такая киска, она рыже-белая, а вот эта серая и белая. Распаковываем. Вот так. И вот эта маленькая милая кошечка. Убираем все за кадр. Вот такая она тоже мягенькая, приятная на ощупь. И если вы хотите влог, как я их купаю, ой, она упала. Но она не держит равновесие, наверное. Ну ладно, ничего страшного. Если вы хотите влог, как я купаю их кошечек, потому что мне их надо помыть, они такие, у них на руках что-то остается у меня. И пахнет она резиной, так что, кто хочет влог, как я мою, напишите в комментариях. И на это, наверное, ребят, все. Всем пока!